Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Задание дня, взгляд в будущее. Давай посмотрим. Будьте осторожнее. Гранатомная бомба в колоде ночного колпака может взорваться. Возможно, стратегическая колода бессмертия прием в мешке поможет ее обезвредить. Хм, интересно. Давай глянем. Значит, мы играем за бессмертие, получается, да? Против ночного колпака. Интересненько. Так, это что у нас? Уничтожьте растения 4 или больше. Понятно. Так. Ох, ё-моё. Что нам тут навыдавали? Ну, поехали. Я не знаю, ребята, что тут можно еще выбирать? Ну, посмотрим на колпака. Ох, ё-моё. Антигерой ставит. Блин, это плохо, ребята. Три в лицо. Не самый лучший вариант. Ладно, я надеюсь, у нас получится все-таки как-то обезвредить. Да, получится, у нас есть с тобой челюсти. Окей. Ну-ка, заодно и подхилимся с тобой чуть-чуть. Замечательно. Ну что же, смотрим дальше. Так, может быть, нам поставить вот этого? Он нам даст энергии. Сколько? Две штуки? Две штучки. Так. А дальше что? Ну, мы можем с тобой вот так вот сделать. Позвать зомби-астронавта? А почему бы и нет? На тебе. Окей. Что делаем дальше с тобой? Хм. Мне пока некого поставить. У меня только лишь заклинашки. Смотри, что творит, а? И еще и наносит 2 единицы урона зомби. Ладно. Мы можем... Ох, елки-палки. Бесенка-беспилотника мы можем с тобой позвать. Или же сделать, знаешь что? Вот так. И вот так. Так даже будет лучше, я думаю, да? Отличненько. Ну-ка. Пощекотали пятки, да? Колпаку. Хм. Опять я ничего не могу сделать, а? Пока. Воу-воу-воу. Ты лихо начал, парень. Но мы тебя уничтожим. Уничтожим в пух и прах. Тихо, 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 тихо. Блин, вот это, конечно, не очень хорошо. Сейчас какая-нибудь фигня здесь разродится, и все, ребята. Ты серьезно? На-ка, получи сразу же. Даже не воспользовался. Ах, вот оно что. Так, смотри, что делает, а? Смотри, что он делает. Так, у нас с тобой 3 энергии, да? Мы можем... Ну, давай попробуем. Посмотрим, что он здесь выпадет. Челюсти. И это круто. Смотри. То есть тут мы обмениваемся, да? Получается, здесь уничтожаем. Отлично. Меня устраивает такой вариант. Так. На тебе. И у нас еще с тобой 2 беспилотника есть. Хм. Ух. Когда Гаргантюа уничтожает растение, уничтожает все его копии. Хм. Ну-ка, предположим, я поставлю сюда его. Смотрим, друзья мои, что будет делать колпак. Мне очень интересно. Да он достал своими ростками этими. Вот он как поступает, да, значит? Ладно, ребята, мы с вами тут обмениваемся. 5 в лицо даем колпаку. Получаем 3 урона. А тут обмениваемся. Ладно, фиг с ним. О, так я, по-моему, сейчас его тут раскатаю по полной программе. У колпака нету шансов. Да ты достал, а. Смотри, что творит. И давай, давай еще свой ананас. Нет, нет у тебя больше ананасов. Ну, извини тогда, парень. Бумс. Так, 2 в лицо получаем. Ох, сколько у меня этих чудиков-то, смотри.
Что он сейчас делает? Ага, добор карты. Понятно. Еще одного такого же, а? Галактические бобы. А это зря. Он просто уже, ребята, прикрывается. Он уже не знает, что сделать. Поверь мне, никаких шансов тут у него не будет. Вообще. Пробить он меня не пробьет. А мы-то здесь накажем по полной программе, согласись. Слушай, круто, круто у нас тут получается все. Ну что, остается лишь нанести одну единицу урона. Но этого не получится. У него сработает защита. Все растения получают плюс один, плюс один. Ну вот, на своем грибке, я думаю, ты далеко не уйдешь. Ну что, ребята, пора уничтожать нам ночной колпак. Он уже тут засиделся. Давай. Бумс. Вот и все, друзья. Да, неплохое было задание, но, как видишь, мы его с тобой прошли. Так сказать, это был разогревчик у нас. Ну, а мы с вами идем на основную сюжеточку. Так, и здесь у нас месть ржавого разряда. Ну что, я поставлю, оставлю пока, наверное, бабаха, да? Не будем ему ничего менять. Хотя, подожди-ка. Я хотя бы освежу память, какая у нас тут колода-то с тобой. Ну, колода, в принципе, неплохая. Единственное, что я не знаю, нужны ли нам здесь с тобой могилоеды и чесноки, которых у меня в излишке. Ладно, поехали. Вначале нужно определиться, что будет он делать, какие у него карты, а уже потом танцевать отсюда. Ну что, в принципе, меня пока устраивает вроде бы все. Вот ягоду можно одну, конечно, поменять. Вот так вот. Ну что? Упс. Сразу же, да, начал с рестлера. Это плохо. Это... Ага, у нас есть чеснок. А вот это вот не надо здесь. Ты уж извини, братуха. Никаких могилок. Ха, у него здесь сумоистов. Слушай, по-моему, у него колода спортсменов. Судя по всему. Мне кажется, именно так. Да хорош ты, ё-моё. Блин, что сделаем с тобой? Я больше чем уверен, что там опять сумоист. Давай попробуем тогда сделать через ягоду. Ну да, сумоист. Он уберет его, конечно же. И получим мы с тобой, блин, 6 в лицо. Окей. Давай-ка мы, наверное, с тобой уберем одного из рестлеров. Опачки. Что мне выпало, друзья мои? Слушай, а он, интересно, может уничтожить сразу же или нет? Давай проверим. Уничтожает зомби. Давай вот сюда, наверное, да, поставим? Поехали. Есть. Да, уничтожает. Я думал, что просто он в неуязвимости и урон не получит. Но все хорошо. 9 хп остается всего лишь. 9. Ты достал. Еще этого тут не хватало. Блин, что он творит, а? Мы можем сделать, знаешь, как с тобой? Я не знаю, здесь, наверное, опять сумоист будет, мне кажется. Опять сумоист. Сделаем тогда так. Поставим сюда кактус. А сюда чеснок. И посмотрим, кто. Ну да, сумоист, ребят. И что он хочет сделать? Кого он будет передвигать? Ах, вот он как сделал, блин. У нас должна сработать будет защита. Вот она, сработала. И мы с тобой... Ну, давай сюда мину поставим. К примеру. Две карты осталось, да? У нас есть с тобой супер дерево. Мы, кстати, можем воспользоваться им. Я думаю, что это как вариант. Давай сделаем с тобой так вот. Посмотрим, что он будет делать. 4 или больше уничтожает, а? Ну ты посмотри. Это, ребята, плохо на самом деле. Так, здесь взрываем. Тут уничтожаем.
А что это он? Что это он переместился куда-то? Офигел, что ли, совсем? Хм. Ну что? Никого он не стал вызывать. Значит, делаем следующим образом. Сделаем с тобой вот так. Плюс. Вот таким вот образом. И минка еще выпала, да? Также вот так. И сделаем вот таким-то образом. Посмотрим, ребята, что у него там есть. Нету ничего. Ну тогда извиняй. Так, добиваем. Уничтожаем. Бумс. Шикарно. Ну, друзья мои, у меня есть кукуруза. Нет, парень. Давай как-нибудь в другой раз ты будешь свои фокусы эти вытворять. А ему нужно нанести, ребята, мне 3 единицы урона. Прикинь, если он сейчас уничтожит мне кукурузу. Слава богу, у него ничего нету. Так, и добить мы тоже его не сможем пока. Уничтожает растение 5 или больше. Вот так он решил сделать, да? Хм, ничего не стал делать. Очень странно. Тогда давай вот так вот сделаем с тобой. Ну. Все, ребят, крышка. Ничегошеньки, разряд против меня не стал выставлять. И за это поплатился. А мы с вами выиграли. Первый поединок за нами. Колода работает. Так что никаких пока проблем не вижу. Ой, ё-моё, супермозг. Вот этот мне сейчас начнет тут мозги компостировать. Ого. Ты видел, сколько там возвышенностей? Раз, два, три. Три возвышенности. Ох. И это неспроста. У него что-то есть в закромах. Вот что? Блин, кактус поставлю сюда. Ну. Так, минус ниндзя. Отлично. Мины нам пока с тобой лучше не вызывать. Верно, верно. Или вызывать? Нет, не будем пока трогать. Просто пока обмениваться будем ударами. А вот сейчас я вызову ягоду. Кого он там будет выставлять? Вот так вот, да? Неужели у тебя там сумоист? Нет, ребята, у него антигерой. Ладно, антигерой. Ягода моя немножко прокачалась. Слушай, ты запарил уже, а? Фига ты тут творишь дела. Ты творишь какую-то дичь. Что же можно нам сделать с тобой? У него 3 энергии. Здесь зомби, вот какой только. Уничтожит мне. Так, по одному урону получат эти гаврюши, да? А значит, мы с тобой можем еще и взорвать. Например, вот этого сразу хрюнделя. И пока никого. Посмотрим, кто здесь. Вау, с прочерком. Куда ты сматываешься? Сюда. Понятно, ребята. Тогда немножко похуже у нас дела здесь будут обстоять. Мы с тобой получим сейчас 5 в лицо. Но нам виноградина с тобой может помочь, кстати. Против этой штуки-дрюки. Твою ж налево. Ну что же, ставим сюда. И виноградину, верно? Да, верно. Бамс. Окей. Так, ребят, ну что, взрываем этого чудика, да? Наносим сейчас 4 в лицо. А, тут же еще 8 получится. Получится 8, да? Хм. Давай я сюда кактус перемещу. И остается 2. 2 здоровья всего лишь у супермозга. Ну, мне кажется, что... Ага, ага, вот это... Хорошо, это ты вовремя вызвал чудилу-то этого. Смотри, смотри, что делает. Уничтожает растение 5 или больше. Ха, ты жук. Все, друзья мои.
Победушка за нами. Ну что, второй бой. Пока идем на изи. Никаких я таких сложностей не вижу. И кто у нас там дальше? Естественно, разряд. Мы опять с ним встречаемся. Со своими гаджетами, с вантусом в руках. И он начинает сразу же, да? Кстати, вот здесь вот лужайка эта практически не нужна. Практически. Опа, хорошо. Мы с тобой начнем сейчас. Ржавый разряд направляется на самый верх. Он начинает игру с асом бильярда и плюс 5 единиц здоровья. Цельтесь выше. Да я уже понял. Блин, рестлер. Ну я все-таки, наверное, сделаю вот так вот. С рестлером мы с тобой займемся чуть попозже. Так, окей. Мы можем, в принципе, лужайку поставить сюда, да? И что-то мне подсказывает, что он будет его прокачивать. Да хорош. Блин, как быть? Ну, давай вот так вот сделаю. Лучше получить 2 урона, чем 3, согласись. Лучше вообще не получать урона, если честно. Так, ну что, этот готов, хлюпик? Блин, ну началось. Ну началось, сейчас будет добирать энергию, нет? Что-то мне не нравится. Что он тут собирается сделать? А если я поставлю сюда мину? Он сейчас 3-3 будет, да? Угу. А сюда мы поставим песика. И что у нас получится из этого? Так, выживает этот чудик, ты прикинь? У него 2 хп остается. Это не есть гуд. Это вообще не есть гуд. Так, 4... Опа, минка. Друзья мои, по-моему, он... Да ты запарил уже, а? Что сделаем с тобой? Через орех сыграть? Или поставить все-таки мину? Блин, я даже не знаю. Короче, делаю так, ребят. Глупо, возможно, но другого варианта я не вижу. Где моя виноградина? Дайте мне виноградину, эй, орлы. Блин, виноградину фиг дождешься. Когда она нужна, ее никогда нету. Чеснок. Чеснок. Хм. Ну давай я сделаю вот так вот. Он ничего не стал делать, ребят. Блин, я не хочу этого чудика прокачивать, понимаешь? Что нам там выпадет? Еще один орех. Если я сейчас поставлю сюда, он будет плюс 2-2. Нифига. Упс. А вот это, друзья мои, беда. Офигеть, плюс 2-2 все получили. Да ты запарил, а ничего, все спортсмены, что? Ёпрысоты, ребят. Что нам там, блин? Я не знаю, что делать. Тут по-моему, без варика все. Нас сейчас порвут с тобой. И уничтожат мои орехи. И 2 хп у нас с тобой остается всего лишь. О, не, ребят, это жесть. Ну и что я тут сделаю? Да ничего. Вообще ничего не сделаю. Офигеть, вызвал тут, блин. Да, защитник, ты сейчас погибнешь, к сожалению. Ничего у тебя не получится. Ты, конечно, очень здорово сражался. Защищал, так сказать, моего бабаха. Но, видишь, у нас с тобой как бы ничего не получилось. И я ничего сделать не могу. Все, ребят, прописали нам по полной программе. А как же тогда быть? Что может помочь нам против спортсменов? Да, наверное, ничего. Колода у нас с тобой рабочая, хорошая. Он прокачивает, да, у него есть рестлеры.
Ну, рестлеров, ладно, с ними можно разобраться. Лужайка. Так, ладно, попробуем еще разок с тобой сыграть. На тех же самых аккордах. Этого мы через мину берем. Нельзя, чтобы здесь были спортсмены у него. Теперь, либо кактус вызывать, либо лужайку. Я, наверное, вызову все-таки лужайку. Так, смотрим дальше. Он карты не тратит пока, вообще. Вот и рестлер появился. Хм, и у него еще две энергии есть. Ну, давай я так сделаю. Хм, ничегошеньки не стал делать. И вот это меня больше всего смущает, что он ничего не стал делать. Пошло-поехало, да? Пошло, как говорится, поехало. Четыре энергии. Блин, я не знаю, что он там будет делать. Давай вот так вот еще сделаем с тобой. Смотрим. Ну вот, вот тебе и результат. Просто уничтожает растения. Вот и все. Сейчас и эту ягоду, да, наверное, забомбит мне. Пёси. Пёсик, это хорошо. Давай-ка мы, наверное, с тобой сюда вот две груши поставим. Чё он там? Блин, ты посмотри, сколько у него ракет, а? Слушай, мне кажется, надо взять еще одну шипастую лужайку. Мы с тобой опять 5 в лицо получим. Совсем мне это не нравится. Защитник, буквально один ход. Воу-воу-воу. Куда ты лезешь? Так, песика. И прокачать. Ну давай, давай сделаем так. Сейчас мы с тобой получим 4 в лицо. Вот от этого чудика. Защита сработала, окей. Плюс 4. Давай вот сюда вот. Ну а теперь только защитника остается ставить именно вот на эту вот зону, друзья мои. Будем над... Или бомбануть его. Нет, все-таки... Твою налево. Ладно, я попробую. Неужели у него... Да ты оборзил, что ли, блин, а? Трындец. Ну все, ребят, тут нас опять порвали. Я так... Надо было, блин, бомбить его нафиг. Вот этой заклинашкой вот этого чудика. И все. Слушай, я даже что-то немножко призадумался. Давай посмотрим тогда на нашу колоду. Вот это вот нам не нужно. Вот эти, скорее всего, тоже нам не нужны здесь вообще. Надо другое что-то выбирать. Шипастая лужайка у нас только одна. Давай добавим еще одну. Кто-то нужен такой крепкий, классный, сильный и, в принципе, недорогой. Таких здесь нет у нас, да? Получается. У нас есть с тобой мины. Ну, мины, ты сам понимаешь, они получают урон и все. Сколько у нас... Ну, вишня, до нее дожить еще надо. Виноградина. Виноградину я, наверное, возьму. И могу еще взять одну карту. Всего лишь одну. Можно взять росточек. У него очень много карт, которые уничтожают растения 4 или больше. То есть, понимаешь, да? Он будет всех уничтожать их. Хм. Ладно, давай попробуем. Очень много заклинаний у него, этих ракет. Но попытаемся что-нибудь с тобой сделать все-таки. Все равно у нас, ребят, другого варианта нету. Я думаю, наверное, вот так вот оставим с тобой. Начнем через минку, да, играть. Потом доживем, наверное, с тобой. Твою налево, блин. Ну, так вот придется делать. Кстати, мины. Я же от них, по-моему, избавлялся. Нам нужно вернуть их.
Если мы вернем с тобой мины, думаю, что, наверное, дела у нас с тобой поправятся. Так, никого не стал вызывать, странно. Ну-ка, песик. Растение получает минус 3. Нифига он. Ну, песик-то жив, по крайней мере. Так, защитник, да? Ягоду. Ягоду постоянно сюда. Блин, песик, куда же ты побежал? Ладно, сюда тогда влепим ягоду. Твою налево, у него валун есть, ты прикинь? Он что, специально сжал, что ли? Я офигею с этого дурдома. Шипастая лужайка. Оу, еще этого не хватало здесь. А следующим кто у тебя будет? Спортсмен этот, тренер, я так понимаю. Наверняка тренера позовет, ребят. И поставит на них на всех защиту. Мне почему-то кажется, что именно так будет. Он вызовет тренера здесь. Он вызовет здесь, скорее всего, тренера. Конечно, прокачка. Конечно же, прокачка. Так, что мы с тобой можем сделать? Ну, вот так вот, наверное, поставим, да? Привет. А что так поздно гуляешь? Потому что я недавно только с работы. Ты смотри, что он делал. У него все есть, ребят. Ну, как так можно играть, а? Если у тебя все есть, блин, ну так же... Блин. Я никого даже не могу сюда влепить. Ё-моё. Офигеть. Пана выставлял, а у меня ничего нету, да? В противовес ему. Нету ничего, ребят. Проигрываем опять с вами. Уничтожает 2 или меньше. Ну ты смотри. Ты хочешь сказать, что если бы я выставлял этих... То у него ракеты, то у него валуны. Ну как это может быть такое? Ну как может быть такое, что у ракеты, то валуны? Ну совсем образил, а? Ну что, друзья мои, давайте еще разочек сыграем с вами за бабаха, попробуем. Последний, как говорится, шанс ему дадим. Да что ты даешь мне, ну... Ладно. Хорошо, что хотя бы вот эта карта у нас выпала первой. Мы сможем с тобой отбиться от этого аса бильярдного. Если, конечно, у него нет валуна. Слава богу, валуна у него нету. Слушай, ну, конечно, карты мне дали, опять же, ну... Ну, что ты будешь делать? 6-8 энергии. Ну, куда я их присобачу, а, скажи мне? Он тоже, кстати, ничего не стал выставлять. Интересно, девки пляшут. Так. Началось, да? В России утро. Начинает свою ерунду эту делать. Вот куда ты тут вышел, а? Тебе сюда не ждали. Так, ребята, мне еще дофига нужно ждать, чтобы хоть какую-то карту поставить. Ну, чеснок хоть дали. А толку мне от этого чеснока? Вообще не вижу, ребята. Могу только лишь, наверное, переместить его, да? Вот сюда вот. Дали мне защитника. Окей. Получаем с собой 2 в лицо еще, ко всему прочему. Я все никак не могу дожить до кукурузы, чтобы бомбануть их тут всех. Во! Вот она, гриб апокалипсиса у нас появился. Я надеюсь, что в дальнейшем будет все очень круто. Так, наверное, мы с тобой уничтожим вот этого чудика. Да, она получаем с тобой урона целую кучу. Сколько у нас там энергии? 6. 6, да? Ты заколебал, а? Ну вот смотри, что он тут творит. Если я вызову пень, мне кажется, он его уничтожит. Верно? Да 100% он его уничтожит. Ракетой. Конечно же, у него сразу появилась ракета. Я в этом даже не сомневался. Так, защита срабатывает. Мы с тобой бомбим рестлера. Так, 10 хп у нас всего лишь остается. Где моя виноградина, а? Вот скажи мне, на милость, где она, когда она мне нужна? Ну, я даже не знаю, что тут сделать. Могилоеда, как ты видишь, у меня нету. Поставить...
защитника, он же его уничтожит. 100% он его сейчас бомбанет какой-нибудь заклинашкой. А, у него даже Гаргантюа тут, оказывается. У него Гаргантюа. Блин, сейчас мы наполучаем тут с тобой кучу урона. Так, ну что, теперь тогда будем кукурузу вызывать. Как раз она подоспела. Этих с тобой бомбанем. Так, ну да. Поехала, родная кукурузка. Валим всех. Отлично. Ну что же, и смотрим, что он будет сейчас делать. Уничтожает растение 5 или больше. Нисколько в этом не сомневался. Но вот смотри, что делает. Ракеты, все, как говорится, в путь выпускает. Вообще всех до единого раздавил. У него всего 2 энергии. Очень интересно. Так, ну что, будем вызывать тогда виноград с тобой. Сейчас посмотрим, кого он тут влепит. Ага, рестлера. Ну, рестлер — это ерунда. Мы его сейчас с тобой вот так вот уберем. Опа. И поставлю на всякий случай сюда кактусенок. И еще вот так вот сделаю. Назло ему. Бумс. Да неужели? Неужели у нас что-то с тобой начало получаться, а? Мне прям не верится. А вот это ты зря, зря ты делаешь, парень. Тебя тут не рады видеть вообще нисколько. А где у него, интересно, эти спортсмены-то? Так, наверное, мы с тобой вытянем карту на всякий случай. Ягода. Тоже пригодится. Так, у него сейчас, ребята, сработает защита. На следующий ход, да, получается? Вот они, пошли могилки. А мы с тобой сделаем вот так вот. И шипастую лужайку. Так, здесь кто? Ну, конечно же, сумоист. Кто может быть еще? Хочет так нанести мне сильно. Зачем ты это делаешь? Ой, парень. Зря-зря ты это затеял. Так, вот она, защита сработала, друзья мои. Он восстанавливает себе здоровье. Естественно, естественно. Что же ему еще остается делать? Так, предположим, виноградина у меня нанесет в любом случае ему 6 урона, да? А мы сейчас с тобой, знаешь, что сделаем? Прапаем все свои растения. Вот так вот. Ё-моё, я думаю, что ему не повезло. Он уже не знает, что и так, и сяк. Бедный виноград мой и сюда, и туда его перемещает. 2 в лицо. Ну а мы, ребята, его уничтожаем. Вот и все. Вот тебе и весь ржавый разряд. Даже, ребята, гриб апокалипсиса мне не понадобился. Хотя я его создал именно для этих целей. Ну что же, двигаемся дальше тогда. Двигаемся дальше. Я, наверное, колоду пока менять не буду. И у нас бессмертие. Окей. Чем она меня порадует, интересно? Могилоед, ага, вот это мы с собой берем. Ну, в принципе, я думаю, хотя вот эту надо убрать. Так, могилоед понадобится. Ну ладно, оставим, посмотрим, что у бессмертия за карты. Так, мне пропускать ход придется. А он создает случайного зомби. И кто это будет? Так, понятно. Ну, его можно убрать. Так, интересно. Давай, наверное, уничтожим все-таки этого. Потому что он будет заклинание, наверное, применять. Смотри, он прокачивает его. 3-3. Что нам сделать? Мы можем... Ага, ничего мы не можем с собой сделать, абсолютно. Могу вот так вот поставить. Антигероя. А у него, конечно же, появляется зомби-астронавт. Смотри, специально делает, чтобы уничтожить, а? Так, 3 в лицо. Что-то, по-моему, у нас не получается опять нифигашечки здесь. Поставим, наверное, вот сюда орех. Дай нормальную карту, пожалуйста, а?
Ну, так себе. Так, обмен. Два в лицо неизбежно. Ну, ничего с этим не поделаешь. На следующий ход у нас, ребят, с вами сработает защита. Опа-на. А чё так шустро-то, эй? Парень, нафига так делаешь? И больше ничего не могу здесь сделать, к сожалению. Ладно, три урона нанесем ему. Может быть даже... Ага, хотел сказать, может добить получится. Не получилось, нифигашечки. Так, неуязвимая дорожка у нас есть. Если я поставлю, как ты думаешь, он уничтожит? Давай проверим, наверное, с тобой. Так, размещай. Ох, беспилотника, ё-моё, с... атака 6, да? Здоровье 5. Труба дела. Еще два урона. И, короче, у нас остается с тобой 2 хп. Могилоеды, наверное, здесь не нужны в этой колоде, мне кажется. Поставлю защитника. Сейчас опять что-нибудь влепит. 100%. Еще один беспилотник. Ну все, ребята. По-моему, нас тут сейчас распишут. Да, погибает мой защитник. И два в лицо. На добивку. Все понятно. Короче, давай-ка мы с тобой уберем могилоедов здесь. Судя по всему, у нее нету тут карт с надгробиями. Так, изменить. И можно, кстати, взять бомбочек вот этих вот. Могилоед, ты уж извини. Мы от тебя избавляемся. От ягоды, наверное, тоже избавимся. И вот от этого. А возьмем сюда взамен. Взамен возьмем мину. Добавим. Это раз. Во-вторых, нам, наверное, не помешает. Есть что-нибудь подешевле, а? Подешевле и посерьезнее. Давай вот так вот возьмем. Две штучки. И ко всему прочему добавим. Хм. Может быть, стручок нам взять, а? Как думаешь? Стручок, стручок. Или же виноград. Даже не знаю. Или вообще кактус. Давай кактус возьмем с тобой, а? Попробуем. Мы его, кстати, давно не брали. Ну чё, поехали. Посмотрим, что у нас. Да ёпарасоте, что ты делаешь, Рэй? Хорош. Почему-то нам сразу не дают с первого хода мину. Хотя у меня их 4 штуки. Так, защитника убираем. Здесь тоже убираем. Смотри, что дают, а? Вот, уже лучше, дали мину. Давай смотреть. Ага, вышел. Вот так вот, влепим. Надо же, ничего не стал делать, а? Смотри-ка. У нас есть еще одна мина, на всякий случай. Если он сейчас кого-то влепит, мы с тобой будем... А, у нас есть даже вот так. Я не буду пока здесь ничего выставлять. Блин, заразмерить. Ну я же не знал, ребят, даже если бы я поставил сюда мину. Я ведь не знал, что он поставит сюда именно этого зомби-астронавта. Вот так вот. Можно поставить... кактус сюда, да? Смотрим. А он размещает еще одного зомби-астронавта. Ты что, специально так делаешь? Я не понимаю, ребят, ну специально ведь все сделано, чтобы эти два гаврика выжили. Все, он меня взбесил. Так, мы с тобой сможем уничтожить... Да, в принципе, двоих можем бомбануть. Но я сделаю, наверное, вот так. И вот так. Блин, ты смотри, а. Еще и вытягивает две карты. Добором занимается, да? Бедный мимик, жалко, жалко. Я хотел кое-что тут сделать, но, видимо, не судьба. 6 в лицо, на, получи, как говорится, по полной программе. Так, и вот так тогда сделаем с тобой.
Да, плохо. Потом мы можем с тобой высветить либо вот это дерево, либо пенек. Но мне кажется, если у нее так много заклинаний. Ну вот, пошло, поехало. Сейчас будет выкидывать так. Вот этого поставил, да? Ладно, этого мы можем с тобой, в принципе, подбить миной. А сюда поставим, наверное, свеклу. И... ну ладно, хотя бы выживем еще. Уничтожаем. Так, теперь можно вот это дерево вызвать. Слушай, мне кажется, он уничтожит сейчас мне. Давай его так вот тогда сделаем, пенек. Все растения на земле получают минус один, минус один. Но это не страшно. Это не страшно. Всего лишь 6 энергии остается, слушай. Плюс защитник нам выпал. Этому не бывать. Давай берем его отсюда. Поехали. Слушай, ребят, ну здесь получилось все как-то очень легко. Хм. И переходим с тобой обратно к ржавому разряду, который нас, наверное, сейчас будет разбирать очень долго. Почему? Потому что, ребята, если в том уровне ему дали только одного аса, здесь, скорее всего, сейчас надают целую кучу. Рестлеры. Вот как ему, ребята, фартануло. Ну что, одного рестлера мы с тобой сможем сейчас убрать. У нас есть... о, как! Ржавый разряд начинает игру с двумя армрестлерами, а ваш герой с четырьмя способностями. Какими способностями? А, мне дали все способности. Но у вас вообще нет суперблоков. Чума! Суперблоков у меня нету. Ах, вот оно как. Нету суперблоков. Хм. Так, одного рыцаря сразу убираем. Так, два в лицо. Блин, этот ржавый разряд придумывает всякую фигню на ходу просто. Блин, а здесь нужны были, наверное, нам могилоеды, ребята. Я ведь этого не знал. Так, поставим, наверное, с тобой. Давай кактус влепим. Тут наверняка этот, сумоист. Ну, видишь, как я угадал, а? Сумоист, сейчас он его, естественно, отодвинет в стороночку, ну, два в лицо мы ему все-таки зарядим. Дальше можем сумоиста бомбануть с помощью нашей энергии. Слушай, фигня получается. Так, минусуем. Давай-ка, наверное, сделаем с тобой вот так вот. Тут опять сумоистов, я больше чем уверен. Вот так он сейчас и будет меня тут, да? Мурыжить своими сумоистами. Потом вызовет, наверное, тренера. Ах, вот даже как. Лишает меня способности атаковать. И берет себе карту. Да? Вот упырь. О, хотя бы грипп мне выпал. Еще один рестлер. Да ну хорош уже, ё-моё. Так, ставим сюда. Этого надо обязательно сразу шлепнуть. Иначе он тут начнет духарить. И, наверное, мы с тобой шлепнем сумоиста. Нормуль так получается? Ну, по-моему, очень даже хорошо. Поехали, ребят. Ну, два в лицо мы с тобой опять же получим. А он так и играет по-прежнему за спортивную колоду. Сколько сейчас энергии? 5 будет. Что я могу сделать? Крокодильчика поставить? Ага, вот как он сделал. Давай крокодильчика, наверное, сюда влепим. И... слушай, если я перемещу кактус сюда, этот качнется. Невыгодно получается нам. Блин, я не могу нанести ему урона. У нас уже 10 хп остается. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо, родной. Блин, еще этот фараон. Это не вовремя, а. Ну что, давай поставим тогда сюда синтез. Ну хоть здесь мы ему сейчас 2 урона нанесем. А у нас 8 хп. Блоков нету, не забывай.
Еще один фараон, да ты достал уже, а? Если я поставлю так. Или вот сюда влепить. Можем, конечно, гриб применить. Можем применить с тобой гриб. Блин, ну 4 неохота получать в лицо, согласись. А дальше фиг его знает, кто у него там будет. Ладно, давай посмотрим. Опять нам сейчас 2 в лицо зарядят. Где мои нормальные карты? Вот, хотя бы виноградина. Красоте, ты достал, а? Ну, серьезно. Еще и этот, а? Воу-воу-воу. Погоди секунду. Как мы с тобой можем сделать? Вот так. Ага. И плюс... И плюс вот так сделаем. Нормально, ребят, получается. Так, мне кажется, он виноградину мне, наверное, подбомбит. Не знаю, не уверен, посмотрим. Так. Уничтожаем. Этого говнюка тоже уничтожаем. И у нас с тобой 4 хп. У него 12. Антигерой. Так, удачи, рейд. Спасибо, Саша. Спасибо большое. А давай я, наверное, сделаю вот так. И вот так. Так, перемещает растение, вытягивает карту. Куда он хочет? Сюда, что ли, под рестлера поставить? Ну да. Так, все зомби получает. Так, надеюсь, попаду в видео. Надеюсь, надеюсь. Слушай-ка. Нет, 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 не надо. А, зомби получает. Блин, я думал, что мы его сейчас ушатаем, но видишь. Так, всего 5 хп остается у него. Где защитник мой, блин? Вот, микс хотя бы дали, ладно. Да иди ты в пень. Оу. Друзья мои, по-моему, меня сейчас тут раскатают. Я здесь уже ничего сделать не смогу. Блоков у меня нету. Если только как-то успеть нанести ему урон 5 единиц. А это мы можем сделать только с помощью чего? С помощью вот этого растения, верно? Ну вот как здесь нам выжить? 3 в лицо. Мы не сможем пробить, да, получается? Даже если я ему в лицо, никак, ребят. Твою налево, а ну ты посмотри, ну почему же так не везет, а? Да, он выживет. И нанесет нам последний удар с вами. Все, ребята, разбомбили нас. Слушай, ну было неплохо на самом деле. Мы достойно держались. Вот здесь бы мне как раз бы пригодился бы мой гриб. Вот этот вот апокалипсиса. Ладно, давай попробуем еще раз сыграть. Твою налево, я забыл вернуть могилоеда в себе в колоду. Опять ошибка моя, а? Так, давай вот этих уберем. Ну, в принципе, годится. Пока годится. Да я знаю, что у меня нету блоков. Что ты мне это? Чума. Какая тут чума, ё-моё. 3 аж вызвал. Хорош, блин. Вызывает он мне здесь. Так, что мы можем с тобой в следующий ход сделать? Единицу энергии потратить. Плюс мина, да? Офигеть. Так, она за свою бомба. Ну, он начинает, короче. Все, тут понятно, ребят. Начинает свою дребудень вот эту вот делать. Давай сюда мину поставим тогда. Просто уже под безвыходности. Так, и вот этого шитика шлепнем с тобой. 2 в лицо нам обеспечено, да? Как в прошлой игре. То же самое все было. Так, 3 энергии. Кого он сейчас опять вытащит? Я не знаю, кто здесь, друзья. Давай сделаем вот так вот и... А, плюс 4 к хп. Давай сюда вот переместим. Просто хочу посмотреть. Если здесь суммаист,
По идее, песик должен за ним охотиться. А он может сюда сдвинуть. Этот прокачается, верно? Ах ты, жучара, ты смотри, что он сделал. Хитро. И лишает меня атаки. Ну, ребята, это вообще что-то чересчур имбово. Да, тут я, конечно, лопухнулся. Сам виноват. Но тебя тут еще не хватало. Кукарекает мне. Пёся, зачем ты туда пошел? Зачем ты туда пошел? Скажи-ка мне на милость. Для чего? Ладно, ставим с тобой грушу. Если сейчас у него какие-то заклинания будут, это будет плохо, ребята. Два в лицо. Еще не забывай, прокачка сейчас пойдет. Эти становятся 3-4. Ой, я даже не хочу, ребята, об этом говорить. 6-2. Слушай, да ты достал уже со своими рестлерами, блин. Ну как тут, блин, сделать, а? Этого хлопнуть, что ли? Так как-то не особо хочется его бомбить. Тратить на него ананасовую бомбу. Не знаю, друзья. Давай так. Ну и вот так. Что нам это даст? Перемещает растения. Не, ребят, тоже фейл. Короче, пойдем с тобой набирать могилоедов. Эти сумоисты мне все здесь портят. Абсолютно все. Офигеть. Так легко и просто у него получается. Давай, бабах, изменять с тобой колоду. Потому что, ну, ты видишь, не выходит ни шиша у нас с тобой. Даже кактуса ни разу не дали мне в бой. Кого, значит, нам надо убрать? Убираем вот этого антигероя. Ананасовую бомбу мы с тобой оставим. Вот это уберем. Я даже не знаю. И где у меня могилоеды? А вот они. Ну, на самом деле, хотелось бы, конечно, получить таких растений, которые сразу наносят урон. Причем серьезный. У меня таких нету карт. Самое обидное, что у меня нету блока. То есть блока нету, они просто пробивают меня. Мне никак не прикрыться, и я... То, что они мне дали карты, вот эти вот... Это, конечно, полная фигня. Ну вы серьезно, что ли, вы издеваетесь, блин? Ну опять начинается, ребят, ну... Ну что вот это за параша, вот объясни мне. Выдали, блин, на ранней стадии. Че, мне опять придется тратить свои заклинания? Удар, мину, ну и... Все, как говорится, по стандарту. Два в лицо. Как будто, знаешь, как заезженная пластинка. Ничего не меняется. Две энергии мне дают. Я знаю, на что он рассчитывает. Ну, здесь бесполезно ставить мину. Просто бесполезно. Потому что здесь сумоист. Могилоеда мне не дали. И сейчас начнется вот это вот. Возня. По-другому не назвать. Вот. Молодец. Красава. Просто красава. Он сейчас ягоду подставит, скорее всего, под сумоиста. Ой, под этого, под рестлера, да? Или вообще в сторону уберет? Вообще убрал в сторону. Ты посмотри, на легких картах просто меня делает. Слушай, есть еще один вариант. Убрать тяжей, вот эти вот, за 6, за 7 энергии, да? И выставить что-нибудь нормальное. Как вариант. Что мне тут выпадет? Арахис. Он перемещает опять мой орех сюда куда-нибудь, да, в сторону. А, под рейсера даже. Да все, тут крышка. Тут, ребята, крышка. Сейчас вот нанесет 2 единицы урона и все. Короче, нам, по ходу дела, придется убирать с тобой тяжелые карты. Такие вот деревья, пеньки.
чтобы у нас было больше шансов получить, ну, слабые карты. Так, давай убираем. Убираем пенек с тобой. Убираем короля. Так, дерево это уберем. И выставляем самые простенькие картишки с тобой. Например, могилоеда последнего доберем с тобой. Так, возьмем лужаечку шипастую. Минку. Возьмем еще одну. И вот так. Слушай, подожди, по-моему, у нас еще с тобой есть какие-то тяжелые карты. Виноградина, кукуруза. Давай уберем с тобой свеклу. Кого поставить? Фонарь? Или микс? Давай микс, наверное. Нет, не хочу микс. Вот так вот сделаю. Ну, я просто уже не знаю, ребят, что еще тут надо взять. Выбираем, поехали. Если бы изначально мне давали бы мины, хотя можно было взять еще слабенькие мины, которые у нас наносят всего 2 единицы урона. Вот специально, что ли, вы так делаете? Вот, уже лучше. Уже меня устраивает такой расклад. Ну что, посмотрим, получится ли у меня отбиться от ржавого разряда. Так, первый пошел. Угу. Восстанавливает ему кучу здоровья, да? Как нам его шлепнуть? Пока, ребят, не знаю. Он ничего не выставляет. Потрачу я тогда микс, наверное, фруктовый на него, да? 2-4. Пропускаем ход. Угу, предположим. Кактус. Так, Ханорик, тебя-то тут только и не хватало. Слушай, мы можем, знаешь, что сделать с тобой? Нам нужно, естественно, его уничтожать. Понятное дело, да? Вот так. И вот так. Должно, ребята, это все получиться. Одного взорвем, потом второго взорвем. Замечательно будет все. Так, в конце бой с профессором. Ага. С профессором, понял. Будем ждать этого боя. У него карт больше, чем у меня. Началось. Вот это вот меня раздражает. Блин, как начинает он вот добор энергии. Опять этого Ханорика вызвал, а, сюда. У него плюс одно заклинание есть. Я могу, наверное, рискнуть. Сделать вот так. И вот так. И надеяться, что все получится. Ну, ребята, должно получиться все. На тебе. Так, кактус, добивай их всех тут. Окей. Фонарик у меня живет. О, смотри, как тут нам выпал. Кто нам здесь выпал? Это прикольно. А вот это не прикольно. А вот это совсем, блин, не прикольно. Сделаем с тобой вот сюда. Так, а что у него там, эволюция была? Эволюция получает плюс 3. Блин, а я что-то продинамил это. Давай, так уж и быть. Усилим. Ну что, поехали. 6 в лицо, конечно. А, 4 нам прилетит. Так. Орех. Ну да, 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 да. Я совсем же забыл, что у тебя вот эти вот ханорики тут еще есть. Я про это совсем забыл. Так, давай-ка, наверное, мы сюда его сместим. Поехали. Так, ягода пока будет жить. Мумия тоже будет жить. Поэтому, как ты понимаешь, атаковать его в лицо, ну, нет смысла. Пень. Так, пень. Трухлявый. Ну-ка, проверим, ребят.
Есть у него что-нибудь такое на уничтожение или нету? Есть. То есть еще 4 в лицо он нам хочет зарядить. Рэй, что будет делать, когда... Проходить арену, ребят. Что еще можно здесь сделать? Так, и 4 в лицо получаем. Слушай, ну по картам у нас с ним одинаково. Но вот по здоровью я тебе скажу, что мы проигрываем. А нафиг ты сюда пришел? Зачем ты сюда явился? Так, орех, помогай. Еще один орех. Ага. Еще один орех. Ну давай сюда поставим. Фасолька. Так, надеюсь, заклинаний у него... Конечно, нету, ребята. Конечно, у него нету заклинаний. Карту сейчас еще вытянет. Ну, это, ребят, ну, я не знаю. Это все подыграно. Все сделано специально, чтобы меня разнести тут, понимаешь? Что там еще? 6 единиц героя восстанавливает. 4 в лицо получаем. 2 хп у нас всего лишь. Я теперь не рад, что у меня целая куча могилоедов. Вот теперь я этому не рад. Ладно, давай вот так сделаем. И смотрим, ребята. Если сейчас у него какая-то заклинаха будет, то... Нет, нету, к счастью, у него никаких заклинашек. Так, мумию уничтожаем. Ну, у меня 2 могилоеда, зачем они мне нужны? Вот сейчас, вот здесь, в данный момент, они вообще мне не нужны. Что я могу? Только вот так вот сделать. Поехали. 5 в лицо, еще 5. Блин, 1 единички буквально, ребят, нам не хватает, чтобы его добить. Росточек дали мне. Понимаешь, росточек мне дали. Слушай, а может быть это шанс? А? Друзья, может быть это шанс его ушатать? Что там у него? Уничтожает растение 5 или больше. Ну нафиг мне вот это вот нужно? Тут дают, блин, целую кучу вот этого трихомудия. Ага. Так, здесь наверняка сумоист. Ой, а зачем? А, ну сейчас я успею, ребята, еще применить. Фу ты, я уже испугался, блин. Ну и кто там у тебя, Гаргантюа был? Так и есть. Ха-ха. Все, подожди. Я уже, ё-моё, аж чуть не заорал. По-моему, ребята, ему крышка. Наконец-то. Наконец-то мы его одолели. Какой-то супер непонятной колодой мы с ним справились. Ой, друзья мои, нет ничего слаще победы, вот поверьте мне. Особенно, когда ты долго пыхтишь и паришься. А вот, друзья мои, и мозг-атака. Кстати, нам остается всего лишь последних 4 боя. Раз, два, три, четыре, пять. Тут почему-то 5, ну вот нам нужно 200. И все, и у нас будет пройдена с вами основная сюжетка за зомби и основная сюжетка за растения. Ну а дальше, как вот спрашивали подписчики, писали мне в комментариях, да, что ты будешь делать. Будем, ребята, играть в битву, ну, может быть, проходить всякие вот эти испытания, собирать колоды. Мне, например, очень хочется посмотреть на колоды, которые здесь даются. Ну, ты понял, да? Я имею в виду про коллекции. Как они вот и ими именно играть. Потому что их здесь много, видишь. Забабаха, вот перестановка, война клананасов тут, могучие ягоды. Хотелось бы, конечно, посмотреть, как это все работает. Ну, как ты видишь, практически везде у меня не хватает ровно половины карт. Фух, ну что, друзья мои, на этой ноточке будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.